в примерочный магазин. Дорогой, померяй, пожалуйста, вот эти три пары брюк и вот эти две рубашки. Любимая, слушай, давай мы пойдем лучше тебе что-то купим. Да ты что, дорогой, у меня много вещей, я носить не успеваю. Тут вдруг доносится голос из соседней кабинки. Господи, мужчина, где вы такую жену нашли? Женщина так смущается. Ой, ну что вы, у меня столько недостатков. Я, например, курю и пью. Господи, говорит, да с вами еще и бухнуть можно.